Да, спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Мы сегодня, я так смотрю, достаточно в тесном кругу общаемся. Ну, ничего, новости все равно интересные, новости местами даже могут быть полезны. Вот, и сегодня у нас достаточно обзорная беглая экскурсия по тому, что происходит вообще в мире озвучивания текстов в российском сегменте русскоязычном. Посмотрим, что там за рубежом, какие проблемы решились, какие проблемы не решились. И вот как внутри компании Direct Media мы с этими проблемами справляемся и какие решения предлагаем. То есть мы не только внутри сейчас работаем, но и для общего пользования некоторые продукты отдаем. Вот. Но первый вопрос у нас, что нового у российских синтезаторов? Где-то что-то развивается, где-то не развивается. Ну, давайте об этом и пройдем. План нам нужен, ну, не знаю, просто для ознакомления. На самом деле, повествование будет немножечко скакать из пункта в пункт, но окей. Что у нас вообще на рынке творится? Мы берем два, точнее, три больших синтезатора, которые есть, речевых синтезаторов от трех компаний. Это Тинькофф, который в свое время очень хорошо выстрелил, Яндекс, наверное, самый популярный, и от Сбера тоже. Вот. Почему? Ну, есть еще решения. Ну, вот эти три, они достаточно большие, они хоть как-то развиваются, и с ними мы работаем, поэтому по ним понимание есть. Вот. Ну, я беру, наверное, за последние полгода, да, потому что последний раз мы на эту тему, я не помню, когда общались, ну, на несколько месяцев назад. За полгода посмотрим, что произошло. У Тинькова там политика немножко меняется, и, видимо, сейчас и речь идет не о технологиях, и не о синтезе, не о распознавании речи, поэтому вот на том состоянии, на котором они находились несколько месяцев назад, на том и находятся. То есть никаких особых новостей от Тинькова нет. У Яндекса и у Сбербанка новости имеются. Синтезатор Яндекс, который Яндекс SpeechKit, у них сейчас есть предложение по разработке собственного голоса. В прошлый раз, когда мы виделись, не помню, на какую тематику общались, об этом говорил. Ну и больше всего новостей от Сбера. Сейчас рассмотрим, посмотрим, расскажем. У нас самый используемый синтезатор в нашей компании это, ну, Яндекс, потому что больше всего голосов. Самая простая интеграция и так далее. Вот, поэтому его ошибки мы знаем наизусть. И, по-моему, опять же, где-то полгода назад я вещал тут, рассказывал о проблемах, которые при синтезе речи на больших объемах текстов происходят, так как мы этим занимаемся постоянно. Вот, все эти проблемы знаем в лицо. Проблемы, честно говоря, не шибко-то и решаются. Проблемы с ударениями сохраняются, то есть мы при работе с каждой новой книгой, когда обсуждаем, сталкиваемся, что, ну, вот как были проблемы с ударениями, так они и сохранились. Вот у нас много исторических книг, и вот слово «войны» и «войны» — это вот прям все, если про эту книгу, про воинов или про войну, или про то и другое, ну, собственно, редактор. У редактора появляется много работы все это дело проверить, потому что на контекст Яндекс в этом случае не обращает внимания и ударение ставит, ну, как получится. Проблема Е и Ё, ну, куда уж проще, но она тоже сохраняется. Например, чем словами читается как чем. Вот, ну, еще есть случаи, где это прям в самых неожиданных местах сбоит. Не решена проблема. Сложные числительные, сразу скажу, ни у кого не решены, особенно диапазоны дат озвучиваются плохо, пока их не пропишешь строчкой. Вот, ну и сокращения, трудности с сокращениями у всех бывают. Но, кстати, вот, по-моему, по аббревиатурам Яндекс, ну, Яндекс не сильно скажу, что прорвался вперед, а у Сбера есть прорыв. Вот, так что именно по работе над ошибками, по качеству озвучивания сложных текстов, ну, у Яндекса я каких-то прорывов не заметил. Ошибки остаются по ошибкам. Если посмотрите, там целая куча у нас есть материалов, и как с ними работать, советы и кейсы тоже есть. На канале, по-моему, есть у нас это все. Что зато интересного от Яндекса? Яндекс у нас теперь предлагает создать свой голос. И есть компании, которые этим уже делом пользуются. Да? Это не только какие-то банки или другие там компании, сферы там, среднего крупного бизнеса, которым нужны голосовые помощники, операторы и так далее, чтобы брендовым голосом своим узнаваемым разговаривал чат-бот, телефонный оператор и так далее. Но и компании, которые работают с книгами. Вот. Я, правда, не скажу сейчас, вот Ридеро, кто у нас знает, используют ли они то ли Яндекс, то ли Сбер, но у них создано два голоса брендовых своих, когда человек работал над созданием книги, и вот, собственно, по такому предложению
Теперь эти два голоса читают у них книжки онлайн. Классное решение, решение классное. Проблемы все те же самые, о которых мы говорили. Сложные тексты озвучиваются тяжело. Но, тем не менее, такое предложение по созданию своих голосов у Яндекса сейчас есть. Есть создание какого-то голоса на основе шаблонов. Ну, грубо говоря, простыми крутилками. Добрый, веселый, злой, мужской, женский. Накручиваем и получаем голос. Все это дорого. Создание, разработка своего голоса – это всегда дорого. Доступно ли обычному пользователю? Нет, недоступно, только крупным компаниям. Так, здесь у нас хорошо шагнул вперед. Так, мы здесь не слушаем примеров. Нет, здесь мы не слушаем примеров. Хорошо у нас шагнул вперед прям синтезатор от Сбербанка. Вот как будто бы прям занимаются этим. Это прям с их сайта у нас картинка, где они рассказывают, что мы научились там правильно ударение ставить, расшифровывать сокращения, вот, с буквой «Ё» работать и еще какие-то моменты делать. И да, да, это действительно так. Вот. И заметили это мы еще на исследованиях, ну, вот хочется сказать, а я же говорил, ну, вот, говорил же, когда мы решали задачу подготовки текста к озвучиванию различными синтезаторами и сравнивали там, что получается, очень хорошо и достойно GPT от Сбербанка подготавливал тексты, расшифровывал сокращения, вот, расшифровывал более или менее числительные, аббревиатуры, ну и, в принципе, с подготовкой текста справлялся лучше, чем Яндекс, и в некоторых кейсах лучше даже, чем GPT от OpenAI. И это сейчас все видно в озвучивании. То есть реально, у нас реально есть прогресс по качеству озвучивания базовыми голосами, библиотекой голосов от Сбербанка. Сейчас давайте я постараюсь поставить вам пример. Да. И ну, там сразу из примера видно, что озвучилось, что исправилось, а что не исправилось. Секундочку. Так, а где у нас? Секунду. Ну, секунду, прошу прощения. Раньше это у нас работало все с Ютуба. Сейчас это почему-то не работает. Доблестные войны, 1939-1940 годы. Прошу прощения, на это требуется просто время. Давайте еще раз. Доблестные войны, участники финской войны, 1939-1940 годы. Ну, как видите, с ударениями, как и обещали, они справились. Воины войны отработали хорошо, а числительные расшифровали плохо. Хотя числительные, в принципе, стандартный кейс, обычный диапазон дат, даже без месяцев и дат, дней я имею в виду, просто диапазон лет, уже возникла проблема. Но, тем не менее, в эту сторону работают. Вообще, лайк, подписка, хорошо. Сберу большой поклон. Идут нормально. Вот. Что дальше из этого следует? Из этого следует, что этим уже можно пользоваться и не только на уровне какой-то большой компании, которая интегрировалась с голосами, там разработчики подключили, сделали интерфейс. Вот, Яндекс еще от этого далеко, Сбер уже поближе к людям. Вот, сейчас еще чуть-чуть расскажу, но сначала о том, что тоже есть фишка, что можно сделать свой голос. Можно выбрать из библиотеки, как и практически у любого или синтезатора, или сервиса, который передает другие синтезаторы, чужие синтезаторы. Можно выбирать базовые голоса из библиотеки. И вот сейчас Сбер тоже предлагает создать свой голос. Про цену точно я вам не скажу. В любом случае это дорого, потому что это работа с визитами в студию, с начиткой шаблонов, текстов, перечиткой, с звукорежиссером и со всеми делами. И на базе ваших начитанных текстов вами или вашим диктором обучается там языковая модель. И какое-то, через какое-то время у вас получается голос, который может говорить и у Яндекса, и у Сбера. В этом плане предложения похожи. И они активно появляются еще у разных поставщиков подобных услуг, но не в России, скажем так. Что еще из приятного? Теперь Сбер стал, ну, ладно, так, шаблонно говорим, да, Сбер стал ближе к людям. Если вы посмотрите, вот просто наберете Сбербанк синтезатор или речевой синтезатор Сбербанк, вы найдете, что появляется уже прям приложение. Можно установить на компьютер,
Вот, и начать пользоваться и озвучивать небольшие фрагменты голосами. Есть даже какой-то бесплатный пакет, и потом, если вы превышаете, вы начинаете доплачивать туда, но уже для розничной, скажем так, истории, для физических лиц, наконец-то появился интерфейс прямой работы со Сбером. Класс, нравится. Вот, и качество озвучки более-менее, и, в принципе, продукт выходит неплохой. Для себя работать можно. Какие-то большие объемы там, озвучить полноценно книгу, это очень трудоемко, или там озвучить библиотеку практически в таком режиме невозможно, но для себя можно. Вот, поэтому это хорошая новость на рынке вот русскоязычных речевых синтезаторов. Сбер в этот раз впереди планеты всей и по качеству, и по, собственно, формату предоставления услуги. Здесь мое почтение, замечательно, с голосами Сбер мы тоже будем работать и иногда работаем. Вот, сама библиотека у них небольшая для корпоративных клиентов, для юридических лиц. Цены, конечно, заоблачные. Но вот если в момент, когда их качество станет настолько высоким, что можно отказаться там от части редактуры, корректуры, тогда можно будет уже рассматривать, ну, какое-то там, грубо говоря, полноценное сотрудничество, переключение на Сбер. Но пока что до этого еще не дошли. Но тенденции классные. Вот, поэтому, кому интересно, кому нужна озвучка напрямую, без всяких посредников, можете попробовать. Да, куча лимитов, куча сложностей, куча ограничений, но уже есть для личных нужд, что-то озвучить можно. Работает неплохо. Так, ну давайте, да, резюмируем. По Тинькову ничего нового. Яндекс, ну, пока что предлагают свои голоса точно так же, с визитом в студию и разработка от 1 месяца. Вот, проблемы со сложными текстами не решены. Сбер, работы над ошибками идут, собственные голоса делают, и появился интерфейс доступа, программное обеспечение для физических лиц. Классно, классно, можно попробовать. Прям советую, попробуйте. Вот, что интересного у нас дальше? Копирование голосов – это тренд. Копирование, можно называть, создание своего голоса. Ну, суть какая, что кто-то слушает ваш голос и или не ваш голос, а сэмпл какой-то, и на основе услышанного этим же голосом, похожим голосом, начинает озвучивать тексты. Я называю это открыто копированием, кто-то говорит клонирование, кто-то говорит создание, кто-то говорит разработка собственного брендированного голоса, кто-то еще как-то говорит, но суть одна, послушали, повторили. Вот. До недавнего времени очень трудоемкий процесс. Мы видели на предложениях Сбера Тинькова, что это прям супер дорого, долго и недоступно для нас. Вот. Но все больше компаний это предлагают. И на самом деле, да, ну это я уже о чем говорил, что затраты и времени, и ресурсов очень большие. Вот. Но не единым, грубо говоря, Сбербанком, Тиньковым и Яндексом мы живем. Такая технология уже, в принципе, для западных синтезаторов доступна давно. Вот. В чем интерес? Интерес был у нас в том, что, да, создавать голос и озвучивать на нем тексты на любых языках, кроме русского, было возможно. Сейчас, в принципе, и до русского языка некоторые синтезаторы добрались. И в свое время, как бы ради интереса, я сел и проверил, ну, не скажу, что прям сотни, но десятки посмотрел. Где-то создание голоса занимает минуты, где-то создание своего голоса, копии своего или, ну, чужого голоса может занимать десятки минут подготовки, потом рассмотрения и ожидания. Вот. И в результате что произошло? В результате мы выбрали какое-то компромиссное решение. Из России сервис недоступен, ну и интегрировали его особым образом так, чтобы мы с вами могли создавать копии голосов и пользоваться ими, ну, вот на нашем продукте AIBooks.ru, которым часть наработок изнутри, из нашей компании, мы выносим в интерфейс, в сервис, где может розничный клиент, ну, как некрасиво сказал, да, обычный человек, кому надо воспользоваться, вот, и сам, честно говоря, тоже пользуюсь. Вот здесь давайте просто сейчас, чтобы было понятно, какого уровня эти голоса можно создавать. Я вам просто включу несколько примеров. Так, начинается опять. Секунду. Здесь нам нужно время, чтобы это дело прогрузилось. Все-таки встроенный плеер мне не нравится. Но... Ваш текст может звучать голосом известного политика. Это удивительно, товарищи.
Можно поздравить родителей голосом из их детства. Трогательно. Ваш текст может звучать голосом персонажа из мультика. Правда, круто? Да, правда, круто. Причем тут сразу мы оговоримся, что речь идет о легальном абсолютно использовании голосов, об авторском праве. Все это дело мы с вами обязуемся соблюдать. Мы не используем эти голоса для каких-то мошенничеств. И еще, хотя как бы сразу интерес, понятно, определенных лиц появляется. Есть оферта, есть определенное правовое соглашение, когда вы подтверждаете использование, вы все это регистрируете. Вот, поэтому процедура очень простая, на самом деле, простановка галочки, но вы обязуетесь использовать голоса именно, как называется, в общем, голоса только в правовых, правовом поле. Вот, что, собственно, там дальше у нас происходит. Так как я говорил, что для интеграции мы выбирали максимально быстрый, простой и качественный инструмент, потому что выбор был богатый, да, сейчас создание голоса у нас занимает порядка 1 минуты. Рекомендую загружать файлы. Ну, то есть вообще для создания голоса нужно просто зайти, зарегистрироваться и нажать «Создать голос». Вот, загружаем файл, который вы можете сами наговорить, если это ваш голос, можете взять какой-то откуда-то сэмпл. Длина не меньше минуты, рекомендую, потому что меньше, но иногда недостаточно для того, чтобы хорошо проанализировать голос и повторить его. И все, ожидаете несколько секунд, вы получаете свой собственный голос в нашем сервисе. Есть некоторые ограничения, то есть по-прежнему за раз мы можем 5000 символов озвучить. Этого для обычного применения достаточно, мы же не книги тут озвучиваем. Вот. И одновременно мы можем иметь всего 3 голоса в системе. Если нужно больше, один из предыдущих удаляем. Есть такое ограничение техническое. Более того, мы можем с вами настраивать с вами полученные голоса. Те настройки базовые, которые у нас приходят от библиотеки голосов, там Яндекса, того же Тинькова, где-то там можно высоту голоса назначить, где-то тон, там буквально совсем небольшие переключения. Здесь же при клонированном, созданном вами голосе вы можете озвучку выкручивать прямо на максимум. И это реально эффективные настройки. То есть при увеличении стиля, где появляются характерные черты, преувеличиваются, при дыхании, паузы, какие-то небольшие дефекты и так далее, особенности. Увеличить сходство, увеличить стабильность. Все это дело работает реально. То есть пару раз поиграв этими ползунками, вы можете понимать, какой голос, как полученный голос вами как этот голос должен звучать, как вы хотите, как это работает. Интуитивно, понятно и эффективно. Так, посмотрим, что у нас дальше. Да, мы здесь просто ради интереса сравниваем, чего, как звучит этот текст, который Яндекс.Спичкит. Я сейчас так еще раз скажу, я не ругаю Яндекс. Мы Яндексу не конкурент, мы в том числе пользуемся голосами Яндекса, поэтому здесь не идет речь о том, что мы сравниваем эти 2 продукта. В нашем продукте используются все доступные голоса Яндекса, поэтому мы также платим, как и любой другой подрядчик. У него есть минусы, есть плюсы, об этом рассказываем. Вот базовая штука, которая демонстрирует это прямо на сервисе, на сайте Яндекс.Спичкит. Можно послушать, как звучит их голос из библиотеки. Давайте попробуем послушать. Надеюсь, сейчас у нас запустится. Так, Привет, я Яндекс.Спичкит. Я могу превратить любой текст в речь. Теперь и вы можете. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Такое. Спичкит. Понятно, да? В общем, это библиотека. Клонированные голоса, естественно, могут звучать лучше. Этот же текст мы закинули к нам и озвучили персонажем каким-то. Давайте послушаем разницу. Персонаж мне очень нравится. Мне эта вариация этого Сквидварда из Спанч Боба. Класс вообще. Так, сейчас послушаем, что у нас получается на этот же текст. Как он реально может живо звучать с помощью вот этих настроек, о которых я ранее говорил. Так, с плеером беда сегодня. Давайте потерпим, с пониманием отнесемся. Сейчас он погрузится и запустим. Ага. Привет, я Яндекс.Спичкит. Я могу превратить любой текст в речь. Теперь и вы можете.
Вот это как раз демонстрация тех настроек, о которых мы говорили. Здесь идет преувеличение стиля, когда появляется красноречивая пауза. Не знаю, насколько это нужно нам для, скажем так, каких-то рабочих целей, да, если мы там книги озвучиваем, доклады, готовим программы. Но если мы занимаемся каким-то, создаем контент для соцсетей, у нас есть, озвучиваем статьи, делаем ролики, сами мы не диктор, но можем в состоянии минуту фразу наговорить хорошо, а потом использовать свой голос для тиражирования контента, озвучить курс. Классно, классно. Вот, собственно, супер класс. Настраиваем, можем вот эти вот, как вы слышите у меня в речи, МЭБ, все это дело поубирать, выставить стабильную речь, и достаточно четко, бегло будет это все дело звучать. В общем, надо попробовать, на пальцах объяснить тяжело. Надеюсь, пример это продемонстрировал, чем отличается клонированный, копированный, созданный, настраиваемый голос от базового шаблонного. Но у нас есть и те, пожалуйста, можно пользоваться. Да, чем еще все это дело интересно? Есть библиотеки, что характерно для российских синтезаторов. Голос создается под язык. Это понятно, с одной стороны, логично, диктор русский, текст русский, ну, собственно, и синтезатор русский. Если вы закинете там какой-нибудь Алисе или там любому другому голосу Яндекса текст на английском или на немецком, это будет жуткая абракадабра. В принципе, он прочитает, но звучать это будет отвратительно. Так есть, это не проблема. Сам технологический подход некоторых зарубежных аналогов, он отличается. То есть ему по факту все равно, на каком языке будет говорить тот или иной голос. Вот, поэтому мы это к себе тоже перенимаем. И это очень часто классно работает в моментах, когда мы озвучиваем профессиональную речь, когда у нас идет русский язык, какой-то англоязычный термин или еще, или какую-нибудь литературу, ну, вдруг художка вам нужна, где там полкниги на французском, полкниги на русском, и раньше это было невозможно. Если вы закинете такой текст, где у вас там три слова на русском и одно на английском, то у вас прочитается три слова, грубо говоря, на русском одним голосом, потом или некачественная абракадабра тем же самым голосом, или приходится менять голос, чтобы это слово звучало адекватно. Теперь же все это доступно. Давайте послушаем пример. Так, ну, еще раз потерпим местный плеер. Ваш голос знает все европейские языки. Sounds great in any language. Вот, как бы, да, надеюсь, было слышно. Действительно, сохраняется некий акцент. Это не 100% уникальный у вас будет какое-то native звучание. Но, тем не менее, это все очень адекватно. Вот с каким акцентом вы бы говорили на любом из европейских, ну, там даже есть восточные языки, автоматическое определение идет, так будет и звучать. Неплохо. Но и не идеально, а значит реалистично. И это очень-очень здорово. Вот, поэтому в специфических каких-то моментах можно этим пользоваться. Ну, давайте посмотрим плюсы и минусы. На самом деле минус один – это дорого. И копирование, создание своих брендированных, уникальных голосов – это всегда дорого. Или, с одной стороны, вы вкладываетесь в найм диктора, аренду студии, обучение модели через Яндекс.Сбер или такое, и сначала платите большую сумму, а потом пользуетесь. Если такой возможности нет, вы копируете, как у нас, или любым из другим инструментом, если у вас есть такой доступ, возможность. Вот. Но тариф на озвучивание будет дороже, чем голосами из библиотеки. Ну, из плюсов, да. Плюсы мы с вами сегодня обсудили. Это легко создать. Это всегда уникально круто звучит, потому что можете любой голос использовать. Это реально меньше ошибок. Мы с вами слушали тоже. При всем уважении к нашим разработчикам, местами зарубежные языковые модели, говоря на русском, ошибаются реже. Вообще бы, честно говоря, на них перешел, но дорого. Вот, меньше ошибок, широкий спектр настроек от реалистичности до какой-то фантастичности голосов, да, и мультиязычность. Мультиязычность – это тоже супер круто. Вот, наверное, на текущий момент, да, у меня краткая моя обзорная экскурсия закончена. Всех я вас в наш сервис приглашаю попробовать, как это работает. Создавайте свои голоса, пробуйте. Все это сейчас доступно. Ну и, наверное, на текущий момент у меня все. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу.
Давайте посмотрим чат. В чате добрый день, я понял. Окей, окей. Ну, давайте подождем, может быть, если еще вопросы будут, расскажу. Ссылки не даю на зарубежные площадки, потому что чаще всего они не работают. А если работают, оплатить их тяжело. Ну, так получилось, что у нас такая возможность есть. Вот, и вернусь к рекомендации. Да, если только начинаете с озвучкой работать, нужен четкий инструмент, который более-менее работает с текстами, попробуйте Сбер. Вот. Ну и не забывайте про наш сервис, там есть инструменты подготовки текста. Расшифровка числительных, расшифровка, чего там у нас, аббревиатуры, сокращений. Окей, окей, попросим Татьяну Викторовну перенять у меня микрофон, раз вопросов нет. Всем большое спасибо. Так, сейчас. Ладно, спасибо вам, спасибо.